Всем привет, с вами Дима Моисеев. Я продолжаю играть в симулятор козла. Сегодня я хочу посмотреть на несколько пасхалок, которые находятся в Готвилле. Это тот город, в котором мы сейчас находимся, хотя его сложно назвать городом, это, скорее всего, какое-то типа село. И будут пасхалки в телефонной версии, сейчас я по ним полазю, я знаю, где они находятся. И первая пасхалка находится вот в этой башне. Это, так сказать, козлиный тронный зал. Ну, скажи мне, дружище, или тут девочка, что ты тут уселась? Пошла отсюда. Ой, в стену ее. Ой. А, ну ладно. Так, мне нужно сейчас забраться, значит, в эту башенку. Сейчас мы пометаем. Если ты, конечно, можешь так назвать. Ну, какой вы такой? Ага, фиг там. Не, давай, пожалуйста. Козёл. Блин. Ту-ту-ту-ту-ту. Аккуратненько мы здесь проходим. И залетаем сюда. Да пустите меня. О, есть. Так. Козлиный замок. Провозгласи себя королевой всех коз. А разве не королем? Я все-таки вроде не коза, а козел. Что здесь? Это ничего не лежится. Книжки какие-то, ящики. Так, какой хороший замок. Так, это надо забрать. Разблокировано пернатое. Так, козлы. У кого поклонились? Король идет. Буду не спеша идти. Ну, хоть кто-то меня уважает, блин. Хотя бы эти козлы. Так, трон. Ух, нифига, валим, валим. Что-то он загорелся маленько, что-то не то сделал. Больше козлов трону. О, какая у меня теперь масочка появилась. Берем пол. Пол. Опа-на. Теперь я могу призывать козлов. Пим-пим-пим. Они вот с вами перевикиваются. Да нет, а мы сейчас на нее уроним. Кто-нибудь должен упасть. Фига на везучая. Ой, козлы все пропали. Ой, кто-то упал. Кто из них настоящий, теперь не поймешь. Так, что звук такой громкий, не понял. А вот она настоящая. Ми! Так, какую следующую пасхалочку я хочу показать? Даже не знаю, какую. Ладно. Сейчас, знаете, куда идем? Сейчас идем на стройку. Там будет ждать меня еще одна пасхалка. А, не, не на стройку сначала, а сюда. Вот, гусюда, гусюда. Берем денежку. Они тут по городу во всяких местах валяются. Так, можно сюда здесь денежку положить. И такого человека с собой тащить. Нормально. Пошлите со мной, женщины. Блин. Она же никуда не убежит, верно? Пусть мой грузовичок какой-нибудь проедется. Вот точно, еще козлов давай наспауним. Ой. Ой-ой-ой. На, трех или там двух одним наездом. Так, строечка, строечка, строечка. Давайте сюда пойдем. Эти я уже вижу, можно взорвать. Ой, блин. Господи. Ломай все, нафиг, ломай все. А что, повеселимся на стройке, а потом к пасхалке перейдем. Да, блин, что это было только что? Что это вы тут построили? Офигеть. На, по ней прям зарядил. Что вы тут не работаете? Быстро работать. Хотя что здесь женщины вообще на стройке делают? Где у нас эти жилеты специальные, строительные? Где эти каски? Чтобы на голову мало ли, что это, гвоздь какой-нибудь валят. Или того похуже кирпич. Мать хотя бы хоть что-то смотрит. А ты что делаешь, мужик? Проснись, работай.
А тут ничего не дам. На! Нормально у нас загорелся. Нифига себе, Остов что вытворяет. Мужик, не надо спать. Иди работай. Я тебе еще попадаю. Что вы тут встали? Да что за разгильдяи? Как те разработчики из того дома, блин. Ничего не делают. Совсем уже обнаглели. Ой, блин. А денежка моя. Я ее честно заработал. Так, пойдем на второй этаж. Так-с. Здесь по контейнерам можно пробраться аккуратно. Так, ладно, деньгу, я думаю, заберу. Есть что-то взрывоопасное? Баллон. Блин, баллон! Ах, ладно. Сколько здесь трофеев-то? Уже два точно видел. Да тоже что-то есть. На! Так, ладно, что еще? Пошли наверх все-таки. Подсхавочка у нас там повыше. Что с твоей головой, козел? У тебя с ней беды, наверное. Так, вентиляторы. На них можно, в принципе, хорошенько подлететь. Прям идеально, я бы сказала, прям красиво. Ух! Мужик, там у тебя видео, трофей! Еще одна безденица, посмотри. Женщина, а вы знаете, что здесь в таких местах, свесив ножки, бывает очень даже опасно? Ведь вы можете в любой момент грохнуться. Но считайте, что люди не будут вас отсюда скидывать, и на кое им надо это, их спасает. Ну я-то козел, мне можно! Лети отсюда. Блин, надо было вот так его упасть, чтобы по ней машина проехалась. Ну, сейчас она встанет и пойдет. Естественно, она встанет и пойдет. Куда-то она в контейнер сбежала прям. Так, козлы валяются. Уже и забыл про них. Ой. Так, стой. Ух, это чего я так? Ой, блин, на батут. Ух, как четенько я летаю. Гуси сюда. Блин. Да как сейчас это чётенько все выглядит? Долетел, слава богу. Хотя бы долетел. Так, вы уже могли заметить что-то интересное на крыше, но я хочу еще сюда пойти. Какое же романтичное место для свидания, скажу вам. Ребят, ну что делаете? Так, мужик, ты сейчас будешь работать. Ну, а твою женщину давай-ка я отсюда заберу. Женщина, идите домой. Нечего вам тут делать. Тут работать быстро. Быстро работать. Быстро ящики таскать. Мешки с цементом. Дверь, в конце концов, у контейнера почти ничего одна отваливается. Так, батут. Зачем тут батут-то? Хотя, возможно, здесь будет какой-то развлекательный центр для детей. И это. Мне еще подготовили батут. Хотя, наверное, они в тайком веселятся, прыгают. Так, надо получше распрыгаться, полететь. Окей, вот верхний этаж самый, к которому лестницы даже нет. Так, что это я тут вижу? Столик. Полетел отсюда. Здесь никому на голову не свалится он. Блин, был офигенно, если бы он встал. Это тут зачем? Зачем тут лавочка? Тут сюда дед какой-нибудь старый приходит сидеть. Это найдет место где-нибудь внизу. Ой! Ну куда? Ну повеселился немножко, баллоны подзрывал, подумаешь. Опять туда идти. Давай быстрей. Блин, тихо, не падай. Ты что у тебя с башкой, козел? Бедный. Да, гость на вентиляторе быстренько подлетим. Как четко, что тут скамейка делала? А это та, которую я, наверное, скинул. На кран! Ах, блин. Так, вот он, джетпак. Реактивный ранец. Кто мою маску убрал? Кстати, еще дельтаплан летает. Он пролетает мимо крана, и можно на него скрансить. Ой. Че, полетели? Уи-ха!
Я свободен, словно козел в небесах. Ой, куда-то козел маленький не туда полетел. Ой-ой-ой. Интересно, сломается ли джигатпак нафиг? Под давлением таким. Нет, не сломается. Где это видно, чтобы в игре ты что-то ломалось? Так. Опа, вот это место тоже надо посетить. Кстати, я про него чуть забыл совсем. Бай козлиный, короче. Что-то подышь. Я так закрыл, я выкинул. Пошел отсюда. Так, раунд 2. Вообще, кстати, легально такие бои устраивать, неинтересно. Тихо, тихо. Так, стой. Наконец-то выкинул. Последний противник. Ты такая крутая коза. Отлично, у меня теперь эта корона есть. Корона. Коронавирус, блин. Так, ладно. Две пасхалки я уже показал. Какую хочу показать третью? Третья. Надо мужику с женщиной местами поменяться. Пошли отсюда. Так, в общем, какая третья пасхалочка? В общем, нужно пойти кое-куда вон там повыше, посмотреть, что там есть. А сейчас еще послал кассеты с игрой Flappy Bird, Flappy God, точнее, но я ее показывал в прошлой серии. Так, забираем трофей. Идем вот сюда. Это можно уже заметить странные факела. Мы идем дальше. И видим вот такой вот. Сатанистский знак. Надо собрать нам жертвы. 5 штук сюда в круг. И мы получим, типа, так сказать, новый скин для козла. Полетели. Конечно, летаем мы плохо. Так, мне сюда уже 5 жертв принести. Конечно, была бы на мне эта масочка, козу все призывал бы. Было бы хорошо. Так, вот ты горишь, ты идеально подойдешь. Пошли. Идеально подойдешь для вызова сатаны. Пошли, пошли, пошли. У меня корона надета и этот джетпак. Турбины эти, блин. Так, в круг. Отлично, первая жертва есть. Она не должна отсюда убежать. Так, пойдем ко второй. Вот. Зря ты здесь стоял, мужик. Пошли, 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 пошли. И... ну, давай последняя серия. Он отклеился. Давай последняя серия по этой локации, потом я буду бежать следующие. Ну, ёшкин ты ку! Давай, 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 пошли, все. Ту-ту-ту-ту-ту. Музыка кончилась. Так, хорошо, вторая жертва. Полетели за третьей. Да как же он криво летает? Дебильный джетпак. Ладно. Настроили бы управление нормально, было бы офигенно. Так, нет, вот здесь. У нас заядлая тусовщица. Вот она пойдет у нас под роль третьей жертвы. Как она мотается. Так, пошли, 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 пошли. Небось, сейчас мы... сейчас ты увидишь сатану, возможно. Так, 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 так. Давай, давай, давай. Нет, ты неправильно. Надо в краю где-нибудь. Не так же далеко. А так пойду. Допустим, так... да блин, да не отклеилась, серьезно. Дебильный язык. Так, тихо, тихо. Полети, пожалуйста, нормально. Ой, идеально сейчас было. Ой, куда? Стой. Куда? Какая нафиг стройка? Блин, даже... ты издеваешься, козёл. Так, ракета еще одна там была. Вот что ты на видах, мышь? Пойдешь, четвертый. Пошли, 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 пошли. Блин, я не того взял. Ладно, он тоже пойдет. Блин, стой, стой, стой. Не убегай, мужик. Сидеть. Лежать, точнее. Какой-то язык слишком длинный. У хамелеона не такой длинный язык. Или у лягушки какой-нибудь. Вот идеально он упал. Последнюю жертву давай возьмем с митинга. Ой, зря. Короче, ну нафиг, это джетпак.
Джекпот, блин. Кто из нас тут самый бастущий? Не, не этого мужика. Короче, допустим, вот этого с плакатиком давай возьмем. Короче. Подожди его хорошенько, чтобы он прям был рядом. Все, хорош бастовать. Вот за то, что ты бастовал, это не Каракас никакой. Вроде нормальное государство. Тут бастуют постоянно. Так, пошли, пошли, пошли. Ой, попался. Попался стоять. Да блин, иди сюда, ты. Ты в факеле застрял, серьезно. Знаете, прям в центр, давай. Нифига себе. Как там вертит. Кровь за кровавую козу. Ритуал. Подожди. А где мой скин? Подожди, стой, не понял прикола. Где мой скин-то, алло? Ух, блин. Короче, он должен быть где-то здесь. Ой, то, что мне сегодня открылось. Страус. Вот он. Это по-любому он. Вот, казалось, он прям вылитый демон. Что можно делать? Можно что-то красное спускать, понял. Ой, кто-то валяется. Тихо, сэ. Чё не? На! Вот так вот можем делать. Можем вот так вот, оказывается, всё вертеть. Ой, ой! Какая-то странная способность. Всё, хорош, хорош, хорош. Куда сжать? Нет, это что-то было слишком странное. Нет, это что-то было не то. Я сейчас способность у него не очень классная. Вот у той же королевы коз была как-то получше. Так, какие это была третья пасхалочка. Все в компьютерной версии, я знаю, есть пасхалка с инопланетянами. Тут ее нет, но здесь есть одна тоже классная очень пасхалка. Ой, сейчас что-то будет. Ой, сейчас что-то будет. Крушение поезда. Красавчик. Так. Последняя пасхалочка. Это нам нужно вернуться на стройку. Вообще люблю эту игру за то, что здесь есть пасхалки. Это офигенно просто. Как мне кажется. Козлы валяются до сих пор. Так, мы же... Ой. Тут лестница, кстати, есть. Но мне по контейнерам как-то больше нравится залазить туда, на второй этаж. Что у тебя с головой-то, козёл? Убереги её! Ой. Вот, вот эту штуку мне надо забрать. Выключи эту способность. Кто тут всё разбросал? Не знаю даже кто. Так, пошли назад. Нам нужно сейчас вот этот вот чёрный кружок. Да блин, выкинь ты эту способность. Мне нужно сейчас нанести этот круг вот сюда, к этой зеленой штуке непонятной. Дыр-дыр. Нормальное название. Дыр-дыр. Я, конечно, офигел. Мне эту плохую пасхалку друг подсказал. Давай-ка, ладно, сюда полезем. Ой. Ой-ой-ой. Какой тоннель-то у нас. Ох, мать. Красавчик прилетел. Так, это какой-то офис. Какая-то работница. Мониторы. Объяснишь, как ими пользоваться? Объяснишь, как ими пользоваться? Принесу сейчас тебе тут все нафиг. Раз ты такая. Ты перед черта даже этого не боишься. Какой смелости надо быть. Так, разнесу. Ну, разнесу тебе все тут. О, кофеварка даже. Ее убью. И разнесу все. Все, давай. Все. Начальник вот придет, и знаешь, как у тебя ругает, блин. Так, мы сюда. О! Я типа в невесомости. Ля-ля-ля. Все, можно? Отпустите меня, пожалуйста. Прикольно вообще здесь, кстати, полетать.
Ну все, пожалуйста, хорош, хорош. Это меня отпустит. Так, не хочу к этой теме возвращаться. Тварь. Ненавижу тебя. Рэгдолл скейт. Так, окей, рэгдоллим. А где скейт? Да падай ты, козел! Что с козлом не так? Уи-ха! Блин, вот скейта не хватает. Вот со скейтом было бы реально прикольно. Давай, давай. Ту-ру-ту-ту-ту-ту. Мы можем вот так вот, вот так сказать, рэгдоллить даже и без скейта. Тони Хоук, наверное, бы обзавидовался. Уи! Козы-скейтеры. А где скейт там? Мне бы скейт не помешал бы, алло. Короче, такая секрет... Ой. Такая секретная пасхалка есть еще с этой фабрикой. Мне она очень нравится, эта пасхалка. Больше здесь ничего, в принципе, здесь нету на этой фабрике. Сейчас покажу, как вернуться отсюда. Как уйти отсюда. Даже вот сюда попасть. Сюда, пожалуйста. Как-то сюда вот попасть, вот в вентиляционную шахту. Блин, надо будет у женщину забрать. Паучины. Во, у меня новый скин появился. Ну, теперь вот такой вот козлик летающий. Козлик-космонавт. Ух, блин. То есть я жму пол. Стой, подожди, подожди. Вот я просто прыгаю. Жму пол. Ой, ну, короче, вот так вот. Как-то вот так вот. Какой-то комбайн. Опять козлы какие-то мертвые. Здесь кто-то в футбол хотел поиграть. Катапульта. Ладно, давай на ней закончим серию эту. Попрощайся с той локацией, пойдем в следующую. Видите, что попадёте, не знаю. Ух, блин, какой. Стой. Пылю. Ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, обязательно пишите комментарии. А, не слышно за скафандр, за этим стеклом. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.